1919 года. Монголия. Страна была разорена и стонала под властью духовных и светских феодалов. С них разбойничали отряды иностранных наемников. Тяжкое бремя террора и оккупации обрушилось на плечи народа. А с границы шли слухи о том, что на севере, в России, происходят великие события. В эти дни Сухе, за смелость прозванный Батором, возвращался в родные края. Здравствуй, Сухе. Здравствуй. Восьмерка. Эй, молодой человек. А, молчи, бомба. О, боги! Чем все это кончится? Я 2 дня не ел, молодой человек. Накорми меня, я 2 дня не ел. Кто это у вас? Мы люди князя Ордене, а здесь кочевая тюрьма. Хочешь сюда? Нет, нет. Ваш прехрабрый милость, солдат, сотник, генерал. Ну, заступись за меня, красивый господин. Они меня увозят. Они хотят поставить мой ящик на пыточный двор. За что? Я не заплатил налогов на пастухов. И больше ничего. Больше ничего? Ой! Кто тебе позволил разбивать мои тюрьмы? Глаза, которые видят, и совесть, которая не спит. Ответь, баранина китаец. Сколько? Вот моя порция. Когда я проголодался, и сердит. Еще баранина? Давно не встречал такого веселого солдата. Я на тебя не сержусь, не бойся. Стараюсь не бояться. Играем дальше. Ваша светлость, примите меня в игру. Садись. Так ему и надо. Ему очень мало попалось. Только пальцо на гляду я. Четырого на гляду. Вот, вот! Он загнул пальцы после крика. Только пальцо на гляду я. Там, где дуй мне, на гляду я. Там, где...
У него, видно, 6 пальцев на одной руке. Пусти! Сколько ты хочешь серебром? Я уплачу тебе деньгами. Нет? Давай ложись. Солдат, солдат, возьми меня. Я лучше всяких денег. И я буду тебе верным человеком. Вот и прекрасно. Бери его, солдат. И мы в расчете. Ну, люди, дорогу. Скажи, что же мне теперь делать, а? Поставь за меня свечку потолще и иди куда хочешь. Что? Раз ты вытащил меня из тюрьмы, ты должен теперь позаботиться обо мне. Что? Да-да. На. Спасибо, солдат. Увидишь, мы с тобой будем как две оглобли кибитки. Куда ты, туда я. Я ведь знаю, ты из этих... Молчу, молчу. Только знаешь, стражники говорили, что генерал Сю приговорил к смерти 4 вот таких, как ты. Врешь. Клянусь, Будой. Их расстреляют сегодня у северного монастыря перед закатом солнца. Сколько с меня китайцев? 20. На сегодня останешься? Нет, я еду. Ну, подожди меня, я еще не успел поесть. Тянут тебя, что ли? Монголия не может больше ждать. Монголия ждала 400 лет. Подождет еще 5 минут. Глава государства и церкви Богдо-Гэгэн по закону ламаистской религии, живой бог Монголии, был равнодушен к судьбам своего народа. Святой Отец кому угодно готов был продать в рабство монгольский народ. В эти дни у себя во дворце живой бог с главными князьями и ламами принимал захватившего Ургу генерала Сю Шичана. Сю Шичана, прозванного маленьким Сю. Этого жестокого слугу японских и китайских милитаристов одинаково ненавидели народы Монголии и Китая. Бадма, ослабло мое зрение. Я не вижу генерала. Вы не можете его видеть, великий бог. Он слишком мал. Твоя лучшая шутка, Бадма. Эта шутка может стоить нам государства, святой отец Лама. Ваша светлость, господин духовный вождь Монголии, почитаемый в качестве бога, влекомый мыслью о благе буддийской веры, приветствую вас. Ведущую веру и государство благоценного ламу 14 небеса. Чуть меня побили. Словом, я прибыла к вам. Князья и ламы, ссориться мы не будем. Чины, звания, почесть остаются при вас. Садитесь. Надеюсь, вы будете исполнять наши несложные просьбы. Я предлагаю вам поклониться портрету моего императора. Если какая-нибудь особа не подчинится, буду рубить головы, не считая святой или нет. Вы плавали страной 7 лет. И, как говорится, не в коня колом. Да. И потом я слышал, что возле статуи Майдали собираются недовольные люди и шепчутся обо мне. Я равнодушен к статуям.
Но это доказывает, что вы из государства сделали кабак. Здесь появился какой-то бунтовщик Сухе. Сегодня вы совершите свое сестрие к монастырю, чтобы народ увидел вас и смелился. Я приказал публично расстрелять 4 друзей Сухе за неподчинение моим солдатам. Скоро, через 5 минут, они, как это у вас говорится, будут лишены возраста. Откуда ты? Янджима. Что с тобой? Ничего, Убей меня! Чтоб я возродил! Гляди на меня, чтобы я стала красивой! Наши боги превращают гордецов в летучих мышей. Встань скорее, они убьют тебя. Я дождусь, Богдо, когда ты будешь стоять на коленях перед народом. Гомбо, попроси у Богдо, чтобы он нам бросил что-нибудь из своих рук. Великий Мотодикет, брось нам что-нибудь из своих рук, осчастлив нас, великий. Бросьте им какую-нибудь малость из ваших священных рук. Кому достанется, того ждет счастье в будущей жизни. Thank you.
Даже своему брату? Даже своему отцу? Нет, нет. Скоро народ Монголии узнает о нас. Если тебя спросят, где я, скажи, что уехал в горы. Ты что, плачешь? Нет. Я счастлива, что ты здесь. А ты? Разве я могу быть счастлив, когда Монголия стоит на коленях? Сегодня убили 4 моих друзей, завтра убьют других. Пора начинать. У иностранцев это называется революцией. Ты знаешь, что такое революция? Да. Монголы, вы мечтали о свободе, а получили генеральскую плеть. Беритесь за оружие. В Урге появились люди, которые думают о вашем освобождении. 5 свободных монголов. Совет. Наша Монголия слаба. У нас нет ружей и нет умения воевать. Мы завязываем это и своим детям, чтобы их крик не привлекал врагов в наши юрты. Напиши это. Гнев Монголии поднялся до небес. Только одна страна может нам помочь. А, я ее знаю. Это страна Сумбру. Это страна Россия. Если наше послание дойдет до твоей далекой юрты, великий иностранный человек, мы верим, помощь будет. Бросим кости и решим, кому выпадет дракон, поедет на границу. У кого 5, повезет письмо. У кого бамбук, останется в городе. Остальные разъедутся по провинциям говорить с народом. Бамбук, я остаюсь. Дракон, я выйду ночью. 5. Я повезу. Поставим наши имена. Ты, Чебусон, будешь ждать меня на границе. В полдень. Да неужели и мое имя поедет за границу? Да, конечно. Я поставлю кружок, потому что я неграмотный. Но ты припиши, это Чимит Дорж. Эй, колоколец, а чего тут делаешь? Гуляю. А кто там, Уилда? Нет никого. А почему горит свеча, когда никого нет? Ой, я забыла... Постой, я сам потушить буду. Ой, что, что? Не надо! Чимит! 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 Ты ранен? Сухо. Прости меня. Я убит. Эх, подлецы! Что ты мне надо? Что они сделали? Что они сделали?
убит. Примите меня к себе, хотя бы самым маленьким человеком. Я знаю, что я недостоин, но... Хорошо, но помни, что ты теперь не прежний Гомбо, а маленький листок на дереве революции. Гомбо. Да? Поедешь со мной. Жаль, бродяги. Ой, сволочи. Сыграем на халаты? Сейчас же. Обыскали, и ничего не удалось найти. Он вез письмо к русским. Это было сам Сухобадар. Алло, алло. Объявить награда. 1000 серебряных лан за голова Сухобадара. 2000 серебряных лан всякому, кто доставит живым или мертвым или разрезанным на куски некоего Сухобадара и его сообщников. 2000 серебряных лан всякому, кто доставит живым или мертвым, или разрезанным на куски некоего Сухобадара и его сообщников. 3000 серебряных лан за голову Сухобадара и других 4 мятежников. 3000 серебряных лан за голову Сухобадара и других 4 мятежников. Комбайну. Мне много рассказывали про вас. Садитесь, пожалуйста. Вот вы какой. Позвольте мне задать вам 3 вопроса. Первый.
Монголии пользуется большим влиянием духовенства. Ламы, вы пробовали у них искать поддержки? Увы, он говорит нет. В Монголии есть богатые, влиятельные люди. Они тоже хотят выгнать иностранных захватчиков. Как вы смотрите на них? Ты легко. Он им плохо верит. И последний вопрос. Кому вы больше всего верите? Финиги любит ветру. Мальчик. Он верит пастухам. Верит. Превосходно! И не доверяйте вашим князьям, но верьте вашим пастухам. Верьте народу. Народ — это армия, народ — это власть, народ — это государство. Вы согласны со мной, товарищ Жибанов? Переведите, пожалуйста. Если монгольский народ у русского народа попросит поддержки, мы не откажем. Так и передайте. Советское правительство придет вам на помощь. Монголия должна быть свободной и независимой. Тумур! Янзима! Янзима! Кто тут? Человек или что? Это я. Это я. Сухэ. Сын Дамдина. Сухэ. Помнишь? Я все помню. Дамдин бежал. Здесь никого нет. А где моя мать? Что с ней? Опять перешли императорские иностранцы. Я всегда говорил, они еще вернутся манжуры. И твою мать били палками, и меня били. Но я стар и не чувствую боли. Забрали скот и баб к себе водили. Начальник говорит, старый дурак, Монголии больше не будет. Это я, старый дурак. Почему ты остался? Да куда я пойду? Мне все равно надо умирать. Не мешай. Русский хан пришел, тоже стреляет. Гони их с земли нашей, гони наземных разбойников. Езжай, не оглядывайся. Если можешь, гони их, Сухе. Наши степи заливают кровью. Где бы ты их не увидел, людей с чужой земли, генеральских собак, бей! Клянитесь. Клянемся. Если поймают, молчи. Хап, вырви язык. Не сможешь молчать. Выдашь? Твое сердце принесет товарищ, чтобы мы знали, что тебя больше нет. Клянемся. Утром ты, Чебалсан, и еще четверо поедете в Ургу. Каждый расскажет, кому верит, о чем мы тут говорили. Только будь хитрее лисы, когда говоришь с князем, проворнее змеи, когда тебя преследуют. Будь богатырем. Ты родился в юрте, а умрешь в степи. Я пригласил тебя, чтобы сказать, что я люблю Монголию так же, как и ты. А может быть, даже и больше. И также ненавижу ее врагов. Эта маленькая блоха генерал Сушичан заставил нас кланяться портрету. Его проклятые солдаты
сожрали половину наших стад. Кто нам отдаст их? Ты монгол, и я монгол. Я предлагаю заключить союз дружбы. Мои условия нетрудны. Там, где начинаются условия, кончается дружба. Когда мы играли в пальцы, ты был уступчивее. А это он делал ради меня. Почему он здесь? Это мой адъютант. Я слушаю условия. Я рассчитывал на чин генерала. Сколько в твоем отряде людей? 200 всадников. 200 сабель для генерала? Это недостаточно. Я выставлю 500. Хорошо. Ты будешь генералом. И у тебя будут 3 ординарца. Я получу красные и синие знаки на шапку, а? Эти знаки даются за победы. А как же ты в таком случае называешься главкомом? Это звание Монголия дала мне в долг. Ты получишь эти знаки, но тоже в долг, разумеется. Аюша, кумыс. Выпьем чашку в честь нашего союза. Выпьем, генерал Эрдене. Ой, беседа с тобой — это ящик с волшебствами. Твой язык, как певчая птица. Солдаты, да здравствую я и Сухэбатор! Ура! Князь Эрдене искал личные выгоды в освобождении страны от иноземного ига. На зов Сухэбатора самоотверженно откликнулась другая Монголия. Пастушичья армия росла и с именем Ленина на знамени сдвинулась вглубь Монголии. А в это время на другом краю страны, разгромленные Красной армией остатки белых банд барона Унгерн фон Штернберга бежали в Монголию, неся смерть и разрушение. Они изгнали генерала Сушичана и заняли город. Тимайла! Тимайла! Я здесь, Роман Федорович. Все готово. Переводчик здесь. Лама собрались в храме. Зови переводчика. Уряд. Расскажешь его величеству, Богдагагену, я пришел в Монголию. Сплетни, что я разбит. Я пришел как добрый гость. И чтобы доказать это, решил принять святую веру Будды. Запомнил, почтенный? Дальше скажи так. Он сам видел, как армия генерала Сушичана кувырком полетела из груди, когда я появился. Друзьям несу я порядок. Если надо, построю аллею из виселиц. Отсюда до самой Европы. Запомни каждое слово и не меняй. Лично мне ничего не надо. Передай его святому величеству. Я готов умереть за восстановление монархии в любой стране.
Другой цели у нас нет. А если он слышал о нас что-нибудь плохое, скажи, что врут! Врут! Врут, все врут! Гунбаир прибыл по вашему приказанию. Зови! Он носит титул гуна. По-европейски значит граф. Я барон в степени хана. Скажи, я приветствую его. Европа сейчас сплошной пружинный матац. Вся земля трясется по два раза в неделю. Силы и кровь спасут мир, как во времена Чингисхана. Я соберу кочевников, двинусь на Сибирь. Передай своим, пусть помнят, кони ваших предков топтали луга Европы. Назначаю его начальником чехарской бригады. Прикажи начать церемонию. Слушай, Роман Федорович. Thank you.
делать такое? Телеглазная палата Юза. Ага, он-то мне и нужен. Садись. Опусти руки. Пиши. Москва. Ленину. Ленину. Китай. Доктору Сун Ятсену. Всем правительством земли. Тибет. Япония. Америка. Какие там еще другие страны есть? Я не знаю, я забыл. Ну, ты же телеграфист, ты не знаешь других стран? Мы, клоны Калгара, ничего не знаем. Пиши всем другим. По примеру народов революционной России, с сегодняшнего дня Монголия свободна. Пиши, пиши, не останавливайся. Пиши скорей. Монголия свободна. Монголия свободна. Пиши скорей. Спасайте город, имущество, людей раньше всего! Сухэбатор, а? Разведчики с восточной дороги уже все вернулись. Но князя Ордене с отрядом нет. Постой. Постой. Дай-ка мне. Дай-ка мне. Батор, что же делать? Князь Ордене не пришел. Не болтай под руку. Будем ждать ночи. Что, если князь Ордене и ночью не придет? Если ночью не придет, будем пробиваться. Что его могло задержать? Если бы я это знал, пошлем к нему гомбу. Я передам гомбу по приказ. Скорее прикажи выступать. Тебя ждет Сухэ. Я не могу рисковать конями, у них отбиты копыта. Сухэ-батор поучал меня беречь народное добро. Ваша милость. Великий генерал, не делай ошибки. Я не советую тебе сердить Гладкова. Ну, хочешь посади опять меня в ящик. Побей меня палками. Ну, только отдай приказ наступать. Нет, возьми свой знак. Он мне не нужен. Меня убьют! Почему ты не привел свои войска в назначенный час? Прости. Прости меня, Сухэбатор. Я прикажу своим солдатам быть храбрыми. Ты не можешь приказывать. Но я генерал. Ты был им. Ты не посмеешь меня разжаловать. Я твоя правая рука. Я отрублю свою правую руку! Она гниет! Тогда я уйду от тебя со всеми стадами и табунами. Они больше не твои. Ты их отдал, а я их взял. Ты что, издеваешься надо мной? Иди, будешь сгребать навоз, когда тебе прикажут. Быть солдатом у погонщика лошадей. Ничего, ваша милость. Вы еще дослужитесь до моих чинов. Я
приставил к нему часовым Шахдара. Да громко не стучаться. Мне надо видеть Бога. Кто ты такой? Доложи, я из лагеря Сухэбатора. Я князь Ардене. Сухэбатор. Прости меня. Я ненавижу его. Я бежал. Его надо убить. Все должно жить. И птицы, и звери, и ящерица, и маленькая ложь. Все для нас свято. Ты знаешь, что мы ненавидим пролитие крови. Зачем проливать кровь? Не надо. Ты пошли к нему тибетского врача. Порошком чинчина. Он выпьет и уснет. Тихо-тихо уснет. Почему за ним идут пастухи? Они всегда были тихие. Их теперь нельзя узнать. Почему они его любят? Почему они слушают каждое его дыхание? Ведь он же не Бог! Понимаю. Ты, может быть, думаешь, что я подослан? Вот это голова солдата Шахдара. Сухэбатор приставил его ко мне сторожем. Убери это. Хорошо, сын мой, иди. Я дам тебе мой знак. С этим ты пойдешь к русскому хану. Пойдешь с бригадой Байыргуна. Проверь его. Все люди врут. Слова фальшивы, удостоверения подложны. Спасибо, хан. Я получу чин генерала. Получишь 100 палок по заду. Что вы сказали? Я получу чин генерала. Считаю, что в штабе сидят дураки. Дать приказ по штабу. 3 дня не давать никому жрать, кроме посыльных. Колодец напоить коней. Напои своего коня кровью. И пусть он закусит твоей печенью. Так сказал Сухэбатор. Огонь! Thank you.
30 дней не видел ни одного кочевника. Чу-чу. Сказать что-нибудь перед смертью? Подумай, это будет последнее слово, которое ты скажешь в этой жизни. А другой жизни, может быть, и не будет. Пить. Воды. Да, я умираю, но и тебе осталось недолго жить. Еще до восхода солнца ты умрешь. После смерти собакой, птицей или змеей, все равно я еще увижу твои кости. Тебя уже больше нет. В тылу у тебя русский хан. Орудиям не надо ни воды, ни мяса. Они придут сюда скоро. Они сметут твою столицу, и пепел ее развеет ветер. Говори, говори. Ты хотел поговорить со мной. Так вот, я все сказал. Это все, что ты хотел сказать главкому Монголии? Земной. Слушай! Я это еще никому не говорил. Одному тебе я могу сказать. Это военная тайна. Но ты уже больше никому не расскажешь. Завтра в полдень придет помощь. Их много. Они уже давно прошли Байкал. Они на нашей границе. Несколько полков с пушками от Ленина. Ленина. Ленин. Thank you.
твоя святость. А где же Сухэбатор? Вон там, немного впереди всех. А ну? Какой красавец. Падма. Ты слышишь меня? Этот человек не должен жить. Не должен. Какие ты знаешь сильные лекарства, Падма? От чего, великое божество? От жизни или от смерти? От жизни. От жизни, а? Представитель Новой Монголии. Я знаю, но я по привычке. Бомба. Для храбрости кумысу. И больше не. Отец Лама навсегда теперь свободен от тяжелых государственных хлопот. Заботься лучше о наших душах, не отягощай себя мирскими делами. Храбрый господин Сухэбатор, по обычаю, идущему от 10 000 прошедших веков, принимающий власть, подносит всем подарки и благопожелания уходящим. Хорошо. Я поступлю так, как велит обычай. Это тебе, князь Цицинхан. Ты продал 500 крепостных генералов Сюшичану. Они и народная власть тебе этого никогда не простят. Это тебе, князь Цэрэншап, торговавший своей страной. Пусть завтрашний суд принесет тебе то, чего ты заслужил. Прими, Дамбилама. Как ты можешь проезжать по дороге, не опуская глаз, изменник? Завтра ты будешь украшать свою особую тюрьму. Сдать все печати и ключи от министерств. Откройте двери канцелярии. Впустите народ. Ну, друзья мои, какие у вас ко мне дела? Здравствуй, главком. Чего ты ждешь от народной власти? Вот долговые квитанции. Старые долги ростовщикам? Кто позволил их взыскивать? Вот возьмешь бумагу с моей печатью. Спасибо, батор. Следующий. Здравствуй, батор. Здравствуй, друг. Мы крепостные, наш князь бежал. Нас 6, не считая женщин. Вот мы не знаем, куда нам идти. Куда хотите, друзья, вы свободные люди. А если князь вернется? Он человек горячий, может нас убить. Облейте его холодной водичкой, пусть остынет. Поймали, товарищ военный министр. Когда мы схватили барона Унгерна, этот черт удрал. Я загнал 3 коней, а все-таки поймал его. Вот он, собака. Вор! Прости меня. Хочешь, Сухэ? Я поклянусь. Ну что ты молчишь? Я виноват. Я готов ответить за все. Пусть душа моя переселится в грязную навозную муху в будущей жизни. Самый храбрый, добрый, великий Сухэ. Не лишай меня возраста. Оставь жизнь! Я должен жить. Должен. Должен. Я не вижу в этом необходимости. Вставай!
Вставай, вставай! Постой, постой! Тысячу верблюдов, да вон лучших скакунов, юрту из барсовых шкур, такую, как у самого Богдо. Не хочешь? Не хочешь? Ну! Тогда слушай, я знаю тайну. Она стоит дороже. Эта тайна касается Монголии? Нет, нет, клянусь тебе, клянусь всеми святыми, она касается только тебя. Говори. Ну? Тогда только одно условие. Прикажи судье меня помиловать. Позвони в эту трубку. О, черт! Вон, вон, подлец! Кто такой? Иду к больному Сухе. Ой. Я лекарь Бадман. Проходи. Здравствуй, министр. Сейчас посмотрим. Понятно, понятно. Желчь давит на кровь. Сухи печени раздражены. Надо произнести заклинание. К черту твои заклинания. Я хочу выздороветь. Дай мне такое средство, чтобы я скорее мог вернуться к делам. Сейчас. Да? Да.
Сухебатор. Сухебатор. Тише, он без сознания. Что он сказал? Ничего, ничего. Очнулся. Что он сказал? Враги распустили слух, что ты, Сухебатор, умер. И что перед смертью ты отрекся от народа. Нас здесь много. Мы приехали из дальних провинций. Сознание твердо. Вот, видите, мое сознание твердо. Я не потерял зоркости глаз. Может быть, я и потеряю свою молодую жизнь. Но народная наша партия и мои товарищи возвеличат новую Монголию. Друзья мои, смотрите всегда на север. Там Ленин. Там советская страна. Дружба с ней скреплена нашей общей кровью. Это все, Сухе. Все. Скачите к своим кочевьям. Передайте народу, что я жив. До свидания. Сухе! Сухе!